уберем сразу. Гляньте на меня, в чем я еду, в чем она. Идите в машину и не вылазьте. Очень холодно смотрится. Нету ничего теплого. Кошмар, а шапка подвис. Ладно, хоть раз ты что. Я сейчас дверь открою, стакан возьмешь. Самое соколение. Сейчас на час остановка, да? На час остановка. Да ну вы что? На сколько? Въехали, у нас то же самое. Но тут снег лежит, какие грибы. Нет, а как же зимняя охота? Зимняя охота. Нет, зимняя не как. Зимняя охота на грибы. Скучкуемся, так скажем, я, чтобы мне было удобнее. Все равно я не перекричу. Грусть, тоска, печально. Ребята молодые. Какие выводы? Я ж не первый раз уже еду. Они сейчас, как я начну, они подойдут. В большинстве случаев. Да ладно, мэр. Я слышу, согласна. Обычно оно так бывает. Ищу в интернете. Погуглят. Сейчас готовы. Блогеры. Вот, ну что, теперь РПЦ не стоит. Ну и в принципе, наверное, все. Да. Да, молодец, молодец. Нет, человек вот. Просто для себя. И были варианты, которые, в принципе, и остались, которые я, получается, даже ничего и не придумал, как мне это все рассказывали, все это на самом деле. То есть первый вариант — это то, что здесь в годы Великой Отечественной войны проходили очень ожесточенные бои за переход в Апсинский район, который находится за, вот это, ну, за несколькими горами. Он это и так, они сделали, мало того, в советское время здесь находилось место экипировки паровозов водой. Также мы сейчас пройдем, ну, цепочка почему? Потому что вот, потому что оно сыпется всегда. Вот.
водопад, потому что сейчас мы пройдем, покажу почему. Вот, и от водопада шли два желоба направо и налево, и они уходили в резервуары. С этих резервуаров, получается, вода наполнялась самотеком, и паровозы, когда они здесь были, они подходили и кипировались водой и шли дальше. Вот, ну, мы с вами пройдемся, просто посмотрим на вид, открывающийся на реку Пшиха, и на как раз таки на водопад. А вот тут же, не помню, где вы чтобы залезла. Давай, залезь. Так, глазки расставь. Потому что камень внизу здоровый. Мы на него спускаемся обычно, но сейчас очень... Да, мы сейчас проедемся не только... Мы уже, уже едем, да?
Аня, те, кто хочет сразу, на одну сторону надо сколько на руки положить. А, ну тем более. Аня!
Прощание славян. Да, пожалуйста. Нам надо представить, что мы это представил себе. Именно он ученик. Тормоз. Ручной тормоз. Так, за пол так, ребят, считаемся. Вроде никто не падал. Да послышал. Вроде никто не поплывает. Пропускает нас дальше. И мы тогда пойдем, я вам дальше расскажу.
Но пока вы спускаетесь, прошу обратить внимание на памятник. Он такой своеобразный памятник Советскому Союзу и иерархической лестнице, наверное. Тут от техника интенданта до офицерского состава и от русского до всех остальных. Вот от Медова до Черненко, гляньте, если посмотреть, это наш Советский Союз. Да, там и грузины, и армяне. В нашем понимании, в седых наших головах, Коля, такое, что когда мы ужили с тобой? Ты позже, я немножко раньше, поэтому... Вот тогда был Советский Союз, и он перед нами, перед нашими глазами. Ребят, все сюда подойдите, тепловоз сейчас уедет назад. Сейчас уедет назад. А, у нас Анна, да? Он назад. Он сейчас уедет. А что, бошку? Дорогу нам освободить должен. До памятника идиотизму потом. Чуть-чуть еще. А там так, такси нас заберет. Там памятник 30-летия Победы, но... А почему не внизу? А потому что местные дебилы в него постреляли с ружья, и он теперь в дырочку. А-а-а. Ну, так, тире. Точки, да, думаю.
когда у него закрыли глаза, он выехал из Капанира. Я уже понял, про 42 в единственном случае. Да. А другой 45 подъезд. Это было почтам, да, тоже рабочий. Можно на халяву звонить везде. Оля, а, им, знаешь, да? А им мама говорит, слушай, я знаю номер своего сына, не звони мне больше. Вот, и перед нами мост. И это вторая локация, когда открывается полностью весь состав, можно сфотографироваться на фоне почти зеленой горы. Гора, кстати, называется вон та вот, Аплетин. Света, не мешай! Пропускай народ! Мы готовы к приему пищи! Это мало коллеги сначала там, ну, одни, там, другой берут, а потом один начинают. А путешествие прошлое, либо... Он куда переводится? Здесь лучше не умирать и не болеть. Как я побывал в Апшеронске. Ну, сейчас, раньше же не болели, раньше не болели, потому что не фиксировали. Если надо сбегать направо, беги бегом, потому что я сейчас ставлю. Слушай, сейчас, наверное, будет радуга где-то. Надо сейчас будем ловить радугу. Ты упала? На труп. Ребята, девчата, налево. Выходим, направо выходим. Гляньте, солнце вышло. Дышите. И вы выходите. Не вы. Ваши не вышли. Забодай вас там. Старая стрелка какая. Переводи. Не, ну реально просто, блин. Надо было эти. Так вот руку сделай, как будто ты толкаешь тепловоз. Да? Только вот так, вот, вот так, да, увереннее. В ту сторону, вот. Все? Давай, увереннее. Держи, все. Стой, подожди. Ну ладно. Ой, яркое солнце. Я побежал. Он маленький один, если он даже не убежит, то и там стоит.
мама рядом. Да. Поэтому не стоит. Так, так же, как там в режете, возможно, будет много лошадей, вот же ребенку тоже не надо подходить. Да. Лучше к маме сразу. Не, не знаю, само собой. Да мы снимаем жилье, допустим, она стоит и выбивает. А что вам еще и не, минное поле это режет. Там можно об одно споткнуться, а в другое лицом упасть. Ну еще пару ранений грубых будет. Да, мы его оставим. Может, вверх пойдем, да? Да, Костя, подъем. А этот мы удерживать будем, он станет половин. Подъем. Обратно мы вниз, и поэтому без всякого...
Спасибо. Спасибо большое.